Падение Ривенделла. 23 мая 2012 года, третья эпоха. Сайонара 95, мы уходим на финишную прямую игры Лузеринс Конквест. Это предпоследняя миссия. Кстати, у нас другие скины у орков. Вообще прикольненько так. Давайте, пошли. Живее! Все сюда! Окей! Захватите площадь за воротами! Теперь опять мочим эльфов. А, не, они сами сдохают мага нашего. Ладно, попёрли дальше. Миссия Дыны довольны. А с не торопиться, там можно долго здесь посидеть. Ой, я... Всё-таки меня с ног сбили. Эти тупые рядовые, кто там меня сбил вообще. Ну пофиг. Короче, я пробегаю мимо них. Я убегаю. А, там наверху... Оу, щит. Нифига себе, я смог увернуться. Пыдыщ. Да, блин, давай взрывную гони. Вот мы и здесь, куда надо идти нам как раз. Вот вам ядовитые. Да ядовитые уже, пудай. На. Дабл килл. Всех мочим будет. Раскидываем этих тупых воинов и ждем своих. Союзничков. Да, блин. А вот и орки наши. А это, блин. Они мне тут закажут поход, я не могу убежать этого тупого воина. Да. Ну все, меня почти убили. Всех убегаем. Может быть, и у меня есть надежда какая-нибудь восстановить здоровье. Я не знаю. Мы забиваем этого воина. О, здоровье самое. Отлично. Убил воина и полздоровья все восстановил. Даже больше. Опять тупые маги. На тебе. Лети, лети, давай. Учись летать. Да, блин. Ну, давай уже, убейся. Мне... Да чух ты вы. Все, наконец-то его пристрелил. Ну... Эти еще рядовые остались. Наверху лучники. Тут всякие тупые маги. Ну я еще и остаю, тут никто мне не мешает. Нам нужны эти земли. Да, нам нужны эти земли. Давайте, захватываем-то. Помогите мне захватить потом уже. Говорите про свои нужды, дорогие ухки. Давайте. Вы, блин, ну убейте его по-быстрому, а. Че, слабо что ли? Отлично, дальше идем. Заходите террасу. Опять точку захватываем, надоело. Всю игру точки захватывать. Слава богу, в Шире не так будет. В Шире будет весело. А Шире у нас последняя миссия. Там вообще будет битье младенцев. Ну, то есть хоббитов, да. Ну, что я вам рассказываю? Давайте сначала пробьем Элронда. Да, тупой разведчик. А! Да хватит уже! Эти тупые разведчики, они вообще не сбалансированный класс. Боты мигают, как боги. Ну, все, меня там сзади кемпер-лучник прибил. Да. Ах ты повар несчастный, я сейчас мага выбегу и замочу вас всех. Вот маг. Он тут хотя бы не толстяк такой жирный. Ну, давайте. Здравствуй! Здравствуй, я сказал ей. О, все, спасибо, что приветствовал меня. И умер. О боже. Может, хватит, вот вам. Нам нужен тот берег. Да я знаю, знаю, вот уже рядом. Чего вы мне тут зовете-то? Нифига себе, что за огонь какой-то странный. Еще один этот скаут тупой, на тебе, разы... А! Да! Да блин, задолбал, вот тебе! Да, твою ж... Мне они надоели. Я их отстреляю. Хотя у меня даже нету огнестрельного оружия, мне пофиг уже, пофиг, совершенно мне. Я не понимаю, это идиотизм полный. Идти обратно... Точнее, опять подыхать раз за разу только из этих тупых скаутов. Как мне от них защититься, по идее? Че, самим скаутом играть, что это неудобно. Вот. Ну, давайте, умрите и освоите нам место для захвата точки. Это наш точка. Может, ты мне дашь нанести удар мой, а? Все, я вылечился. Давайте, подходите опять. А, не, он не смог подойти, уздохли. Да блин! Ну что ты тут стоишь-то вообще? Сдохни. Все. Захватываем точку без вопросов. У нас тут рядом твой ход. Эй, куда? Че ты убегаешь-то вообще? Давайте. Собираемся здесь все вместе, захватываем точку. Вперед! К победе! Все вместе! Как кого-нибудь пятна там, гори нацисты. А да, давай, сигнальную ногу не обожаю носить его. Вах, я такое! Я не виноват, сам просил. Окей, тащу, давай.
Ой, косогылый. Сам такой. Я же знаю, кто ты. Ты тоже ухка. Вы все ухки, поняли? Чухки-ухки. Что тут? Что тут чистокол стоит? Уже... Да... Вот вам, а! Все, отойдите. Мы тут важное задание выполняем, а вы тут виситесь, блин. Все, да... Давай, заходи. Идет подготовка к штурму, убегаем. Все, я умер, но я поставил сигнал на ногу, сейчас будет капец. Пудэш! И чекпоинт меня опять там жизни добавит, так что все нормально. Колокольная башня разрушена. Эльфам не на что надеяться. Так, уничтожили это псейфов. Ой, надо было лучника взять. А, хотя какая разница, сейчас класс меню. Ой, блин, класс меню, я тебе сказал. Сожгите летописи эльфам. Да-да-да-да-да. Одной огнестрелы хватит на каждую полочку с книжками. Вот так уж. Весело у нас тут. Полочки с книжками надо сжигать, оказывается, вас. Ну ладно, я согласен. Это хотя бы веселее, чем захват точки до бесконечности. О, привет, охранники! Че, дресс-код у вас есть, да? Одеваться в дынные уши, че я сказал. Ну пофиг, короче, вот. Гори-гори моя летопись эльфов. То есть не моя, но... Ну общая она, тут же коммунизм и как у вас там? Ну не коммунизм, мне пофиг немножечко. Зачем вы тут ходите, тупые ейфы? А да, их там некоторые зовут ейфами. Покончим с эльфийской историей. Слышь ты, а? Дай пройти уже. Да и у меня даже установить здоровья нету, они тут пудают. Да чёрт, я сфейлился. Дайте мне, а? Нет, 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 крипер, не надо. Давай, 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 давай. Да, чёрт, я не успел прицелиться. Да блин, ну да эти разведчики, они тут толпами размножаются в команде. А, я боюсь их. Ладно. Еще три летописи тупых эльфов. Я вам там еще, это летописи, наверное, скаутов. Там типа, сегодня я подошел к Айдаку 95 и зарезал его. Потом, завтра я опять подошел к Айдаку 95 и опять зарезал его. Блин, не, реально, мне так кажется. Да, я сегодня веселый, я сегодня пирожков пожгал. С картошечкой. Конечно, как без картошечки-то. Все, обходим, блин. Ну где там и ваши летописи? Обычные полочки с книжками, что тут, какие летописи нафиг? Нет тут никаких летописей, только какие-то полочки с книжками. Да, бля. Да. А, опять мне тут мешаетесь, тупые. Все, я поджег еще одну летопись. Теперь пытаемся подержаться, пока у меня не становится огненная стрела. А. Опять. Ну задолбаю же, а. Ну реально, я могу за три счета совсем справиться. Тупой маг мне щит поставил, прям сквозь стену. Может ты отойдешь, а? Напа... А! Нифига себе. Не, не реально, они настырные такие, я им отомщу. Сколько там еще этописеев осталось? Две штуки. Да-да, если, конечно, не сдохну я раньше времени, потому что это капец полный. Ой, сколько энтов, я боюсь, я опять иду через тот же проход. Да! Нифига себе, он меня просто пнул, это мне просто, я трачу на это время, ага. Мне кого-то, им будет это какая-то польза, ну там, награду военную дадут за это, блин, а? Ничего же не дадут, все знают. Так, одна книжная дерьмовая полка осталась. Теперь, изображаю, что мы тут не были вообще, мы тут вообще ничего не делаем. А теперь опять бежим обратно, чтобы пойнуть огненную стрелу еще в одну полочку. И на этом все. Ну, в смысле, задание кончилось это. Да! Твою ж! Опять ты мне проход загородил. А, все, давай, раздолбай эту тупую летопись. Фуф! Все, чекпоинт. Элганда предводить. Да чёх! У них больше нет истории. Фуф, у них нету больше истории, осталось только тупой Элган. Вот тут-то мы и увидели истинное лицо Элронда. Да. Ялкий трус, бей его. Ялкий трус, бей его. Где этот тупой Элронд? А он бегает наверху. Привет, Элронд. Опять то же самое, что и с Рагорном будет, что он опять будет за мной бегать. Да. Потому что я обычный лучник, а я вообще никакой не герой. Идиотина. Разведчиков расстреливаем, потому что они реально мешаются. Еще один разведчик. Обычным стрелом расстреливаем, нафиг. Потом... А! Все, бей тролля, а не меня. Я хороший. У меня фейспалм реально, тут тролль его избивает, а он только на меня внимание обращает. Идиот. Убить ее
Да я, по-моему, убью его, подожди. Где тут маг? Ой, я чуть запутался, обычно в стекаже выбегал мага. А тут какой другой маг? Ладно. Замочим их всех, замочим, не волнуйся. Мне только твой контролировать, а не этих идиотов. Вроде там. Магов, которые не жирные почему-то. Они что, не ели окских пирожков, как я? Ай. Че вообще посяк-то говорю? Ну чё там, Элган? Я здесь! Look at me, I'm not fat маг, короче. Ну давай, Элган! Стоп, он здоровый на... А не, не устанавливай, слава богу. Ну чё, братюнь, подходи, не бойся. Не бойся, тебе сказал. Я ж тебе ничего не сделаю, только убью. Давай, останови здоровый, по-быстрому. Фух, я успел установить здоровый, ладно. Так. Иди на огонь, давай, Элган. Я в тебя верю, ты умрешь быстро и безболезненно. А я не помню, это фонтан какой-то тут? А, да, фонтан прям сверху дает. Нифига себе. Где тут этот тупой Элган? Да привет, Элган, что ты мне тут проход загораживаешь, Элган? Все, здорово, останавливаю. Давай, Элган, я в тебя верю, умри. Да? Факин шит, а? Отойди, отойди, я тебе сказал. Да черт, вы, он меня зажал. Это капец полный, реально. Почему он за мной охотится, а? У меня сейчас одна попытка только осталась его прибить. Блин. Надо как-то укрыться за охой, чтобы он меня сразу не достал. У него там уже меньше половины здоровья осталось. А то я даже лечение не могу появиться, он меня опять избивает, как Агагог в прошлой миссии. Не помню, это он фонтан запускает тут, что ли? Ну да, фонтан какие-то. Нет, меня так не остановишь. Куда, Элгант? Куда? Я же здесь. Элгант. Элгант. Элгант, я... Опять ты все здоровый становишь, как ты мог? Я ж на тебя надеюсь, что ты умрешь быстро и безболезненно, я тебе сказал. Я ж сказал, давай умри быстро и безболезненно, быстро. Быстро, я сказал. Ну, умри. Умри. Yeah. Все, мне две жизни опять добавили. Захватите кольцо власти, отлично. Захватить кольцо власти и отдать там. А, кольцо воздуха. Ага. Да, хозяину это не понравится. Блин, это кольцо такое тяжелое. Почему оно таким огромным стало? Это чё? Кольцо всевластия троллей, что ли? А иногда там на попе носит их. Не знаю. Ладно, ничего немного, я дойду. Главное тут под энтов не попасть. А, чок. Все. Я иду. Вон там. Спускаемся вниз. По Багдюгу идем, по Багдюгу. Как видите, миссия Дыны, это еще не все, между прочим. Ну, еще немного. Главное, что меня никто с ног еще не сбил, а то меня это раздражать будет. Начинаем! Саугон! Сам Саугон! Да, это он! Речной дом надо захватывать. Ну, короче, я сам интересно ставлю на вторую часть. Спасибо за просмотр, подписывайтесь, комментируйте, ставьте оценки. Продолжение следует.